Который час? 9. Время десерта. Бдительность притуплена, самое время. Идите в обедный зал, я вас буду ждать у дверей. Меня зовут дядя Миша. А почему дядя Миша? Ну, вы моя дальняя племянница, я вас в детстве. Ну, я так не могу. Ну, мамин товарищ. Мне мама умерла. Извините, сосед. Я же живу далеко отсюда. Школьный учитель. Снабжение школьный завхоз, учитель. Завхоз школы вырос. В общем, кто угодно, но главное, дядя. Почему нельзя фамилию, отчество? Ну, дядя, теплое слово. Это не приятель, не коллега, не гражданин. Это родственное слово. Оно идет от уже не в голове, а к сердцу совершенно иные последствия.